Вообще я родился в Донецкой области, Авдеевкой, и проживал. А когда война началась, я переехал в Днепр. И мы до 2019 года там прожили и переехали в Запорожье. Там у нас в Днепре не было родных, а в Запорожье там крестные, родные есть. Ну, в Запорожье мне больше нравится. Там так спокойно, а в Днепре все дорого и шумно. Смотри на Ахметова, он помогает во всем. Подарил тренажер, мячик специальный для зарядки такой большой, гантели для руки. Мы ехали в поезде в санаторий в Киев. Называется санаторий «Жовтень». Я хотел очень увидеть своего друга Сашу, погулять с ним. Мы когда ловили рыбу, он говорил, что ты не умеешь ловить рыбу. А он ловил таких длинных, сантиметров 10, а я где-то сантиметров 7. У меня же одна рука работает, а у него две. За 11 дней реабилитации я увидел результат руки. Мне назначили процедуры. Электрофорез. Это на руку ложатся специальные магниты и включается ток. И рука сама автоматически, пульс поднимается. И у меня палец, раньше был, он сгибался, а сейчас он уже стал лучше работать. Я уже кулак уже могу сжать. А раньше я просто вот так ходил. В свободное время у нас проходит так. Сначала мы гуляем, занимаемся там на улице, тренажеры, крутим педали, там отжимаемся, а потом идем на рыбалку. Наступает вечер, 8 часов, там у нас есть дискотека, там специальная. Но я еще не готов ехать домой. Мне очень здесь нравится, особенно когда мы ездим на катамаранах.